Привет, друзья! Сегодня будем квасить огурцы. Для этого нам понадобится такое капроновое ведерко на 3,5 литра, огурцы 2 килограмма, укроп зеленый, чеснок, хрен, такие корни, и хрен листья, а также вода и 100 грамм соли. Начнем с того, что помоем огурцы. Идемте мыть огурцы. Хорошенько моем каждый огурец, чтобы были чистые. И все, огурцы готовы. Идем дальше готовить. Огурцы у нас уже помыты. Зелень тоже я помыла заранее. Этот корень хрена порезала такими полосочками. Осталось нам почистить чеснок. Вот такая целая головка, ее нужно почистить на дольки. Сейчас такие уже, можно сказать, последние свежие огурцы. Сезон уже заканчивается. Стоит еще наквасить их на зиму. Да, и сейчас очень вкусненько, все соленые. Они будут малосольные, очень вкусные. А потом будут кислые огурцы с картошечкой, да с чем угодно. Полезно и вкусно. Поэтому продолжаем нашу серию рецептов соления. Вот так чеснок дочистим. Весь чеснок туда пойдет. Будет очень вкусно. Так, ну вот все ингредиенты у нас готовы. Будем сейчас складывать в ведерко. Сначала положим сюда половину зелени. Я так разберу. Один листик будет на низ, один наверх. Укладываем лист хрена. Положим сюда чеснок. 4 зубчика. Положим еще 2 кусочка хрена. И положим еще пучок такого укропа зеленого. Еще такой удалось нам найти свежий, красивый укроп. А запах у него просто неимоверный. И теперь так плотненько-плотненько укладываем огурцы. Уже осень. А такие еще красивые огурцы. Можно еще посерединке положить чеснок. Можно еще хрен положить посерединке. И укропа у меня тоже много. Можно еще сюда листик посерединке положить. Большой и маленький сюда вместится. Вот все огурцы вошли. Теперь докладываем это все. Чеснок докладываем. Так, а теперь приготовим раствор соли. Есть вода у нас. Я размешаю здесь 100 грамм соли. Размешаю. И потом выльем туда ведерко. И дольем еще недостающий место водой зальем. Хорошенько размешаем. Огурцы эти, чтобы есть малосольные, буквально 2-3 дня и уже можно их пробовать. А чем дольше будут стоять они в тепле, ну то есть при комнатной температуре, тем будут больше кисать. То есть где-то дней 5 постоят и можно смело их прятать в холодильник, чтобы они были еще и зимой хорошие.
Вот так. Соль растворилась. Высыпаем сюда, выливаем. А если не хватит этой воды, то я еще добавлю какого-то экрана. О, практически хватило. Отлично. Так, и докладываем сюда это все. Зелень. Все выкладываем. И придавим крышечкой сверху. Есть у меня крышечка. Вот, готово. Оставляем такое ведерко с огурцами в теплом помещении. Дня на 2-3-4. Кто любит более малосольные, то можно уже со второго, с третьего дня есть. А потом спрячете в холодильник и будете наслаждаться зимой. Всем хорошего дня, вечера и приятного аппетита. Малосольцы, будьте здоровы!